Не нарушая традиции, праздник Пасхи в 16-й раз объединил студентов вузов города. В этот раз мероприятие провели у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Ксения Голуб разделила с молодежью пасхальную радость. Праздник и торжество из торжеств. Пасха – один из самых любимых и понимаемых молодежи православных праздников. Подтверждением этому служит проводимый в 16-й раз праздник студенческой Пасхи в Белгороде. Несмотря на срывающийся снег, на площадке возле храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что называется, яблоку негде было упасть. Каждая из 6 высших учебных заведений представила тематические поделки и сувениры. Например, студенты Белгородского университета кооперации экономики и права поражали своими фирменными куличами и выпечкой. А Институт культуры представил целую выставку картин и творческих работ на православную тематику. Многие экспонаты можно было приобрести. Студенты БелГУ не только демонстрировали поделки, но и соревновались с Институтом культуры в исполнении танцевальных и песенных композиций. Студенты, в особенности из стран дальнего зарубежья, отнеслись к празднику с большим интересом. Среди них и будущий медик родом из Индии, студент БелГУ Кумар Абхай. Тут интересно посмотреть выставку, кушать вот этот паша. И еще я там беру свои себя, я не знаю, как это называется, вот этот. Кулич. Да, кулич. Руками беру кулич и угощаю гостях. Всем тоже интересно, потому что у нас это, как у нас индийская культура, это у вас культура, нам интересно знать. Студентов с праздником Пасхи поздравили почетные гости. Позвольте мне от имени Совета ректоров нашей области поздравить вас с этим знаменательным праздником, днем Пасхи. Пожелать вам счастья, здоровья, любви. Отец Олег провел чин освящения куличей, а пасхальным подарком стала передача представителям вузов благодатного огня со святой земли. Христос воскресе! Воистину воскресе! Уважаемые друзья, вот такая Пасха у нас впервые, когда благодатный огонь Русь встречает снежком. Это тоже знаменательно. Что-то в жизни должно быть впервые и в Пасху. Я вас поздравляю с этим великим радостным праздником. Несмотря на все, частичка благодатного огня, который вы получили, которая пойдет в ваши вузы, это действительно чудо. Участники студенческого праздника делились друг с другом хорошим настроением. Нам нравится, мы представляем от своего института поделки разные, которые посвящены Пасхе. Очень интересно, и я считаю, это приобщает молодежь к правилам каким-то определенным. На этих столах видно, что у нас в нашем университете люди очень творческие, и это видно по их поделкам. Очень нравится атмосфера, хоть на улице очень холодно, но теплота ощущается, праздник Светлой Пасхи. Праздник продолжили народные гуляния, забавы, конкурсы и концерт лучших студенческих коллективов. Ксения Голуб, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.